страшные скидки. Всем привет! Совсем скоро на газонах и приусадебных участках зазеленеет молодая травка. Не успеешь моргнуть глазом, а там уже заросли. Чтобы с ними бороться, нужна газонокосилка. Если у вас ее нет или она вышла из строя, самое время приобрести новую. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Чтобы выбрать газонокосилку для своего участка, нужно определиться, насколько он большой. Ищете ли вы модель, которая подходит для быстрой уборки небольшой территории, или хотите приобрести более мощную газонокосилку для высокой и густой травы? Хотите ли вы купить газонокосилку для неровных участков или планируете маневрировать вокруг деревьев и прудов? Нужна ли вам функция мульчирования, то есть измельчения травы, или вы предпочитаете использовать травосборник? Газонокосилки бывают электрические, аккумуляторные и бензиновые. Электрогазонокосилки просты в использовании и могут эффективно скашивать даже длинную влажную траву. Главное преимущество такой техники – доступность. Электрические колесные газонокосилки самые недорогие в своем сегменте, при этом они обладают такими же функциями, как и бензиновые модели. Недостаток – жесткая привязка к сети, без удлинителя на обширной территории ими работать нельзя. Аккумуляторные газонокосилки – сравнительно дорогие модели. Их очевидный плюс – простота использования. Не имеют привязки к сети, их работа не сопровождается выхлопами и шумом. При этом садовые газонокосилки на аккумуляторе обладают теми же функциями, что и бензиновые модели. Бензиновые газонокосилки. Они, как правило, оснащаются четырехтактным двигателем. Главное их преимущество – возможность работать на участке большой площади и работать с жесткой травой. Поскольку у такого инструмента нет силового кабеля, он отлично подходит для кошения вокруг больших препятствий, например, деревьев или прудов. Из минусов – сравнительно большой вес. На сайте Leroy Merlin аккумуляторную газонокосилку фирмы Makita сейчас можно купить за 29 991 рубль. Никаких проводов и выхлопа. Модель оснащена мощным двигателем, выдающим 950 Вт. Дека изготовлена из композитных материалов, что делает инструмент легким и маневренным. Рабочая ширина составляет 43 см. Все колеса оснащены шариковыми подшипниками. Центральная регулировка высоты имеет 13 положений. Газонокосилка поддерживает три режима – кошение, сбор и мульчирование. Травосборник оснащен индикатором заполнения и имеет объем 50 литров. Большая P-образная рукоятка позволяет управлять инструментом любой рукой. Складная рукоятка и отливы со стороны травосборника обеспечивают вертикальное хранение в зимний период. В комплект входит все необходимое для работы – два аккумулятора и зарядное устройство. На сайте DNS аккумуляторная газонокосилка GreenVox сейчас продается за 12 999 рублей. Она позволяет скашивать траву на приусадебных участках средней площади. Эта модель характеризуется шириной скашивания 320 мм и оснащена пластиковым контейнером для сбора травы, объем которого составляет 30 литров. Предусмотрена возможность регулировки высоты скашивания в диапазоне 20-60 мм. Корпус GreenVox изготовлен из пластика, устойчивого к повреждениям при попадании мелких камней. Газонокосилка оборудована системой защиты двигателя от механических воздействий и технологией защиты от случайного включения. Складная ручка гарантирует удобство при хранении оборудования. Продается в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством. На сайте Озон аккумуляторная газонокосилка сейчас продается за 12 254 рубля. Она предназначена для скашивания травы на садовых участках, в парках и скверах. Работает от аккумулятора 40 Вт, который не входит в комплект. Высота среза до 75 мм. Ширина скашивания 370 мм. Гарантия 5 лет. Газонокосилка оснащена безопасным включением. Для запуска нужно зажать одновременно кнопку пуска и клавишу предохранителя. Травосборник выполнен из влагостойкой ткани, легко снимается и чистится. 40 литров. Индикатор на крышке подскажет, что он переполнен. Прочные ножи из высококачественной стали не повредятся при случайном наезде на камень. Долго держит заточку. Высота скашивания регулируется рычагом на корпусе. Удобно косить траву в зависимости от ландшафта. На сайте Wildberries аккумуляторную газонокосилку сейчас можно купить за 15 690 рублей. Газонокосилка оснащена травосборником объемом 45 литров, максимальная высота скашивания 80 мм, минимальная 20. Режущая система нож, продается без аккумулятора. Дополнительные опции – мульчирование и регулировка высоты скашивания. На сайте MVideo газонокосилка GreenVox сейчас продается за 16 490 рублей. Минимальная высота скашивания 20 мм, максимальная 60. Есть регулировка высоты скашивания, ширина 32 см. Тип двигателя щеточный, травосборник жесткий, объем 30 литров, есть складная ручка. Можно установить мульчирующую насадку, материал корпуса пластик, встроенный аккумулятор. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами!